На самом деле очень такое событие для нас ожидаемое. И я думаю, что тут то, что все это происходит, как пелось в песне «Устин Кремля» в дорогой Москве, я думаю, что у этого начинания очень хорошее будущее. И сейчас мне хотелось бы представить Андрея Валерьевича Федорова, заведующего гемолого-минералогической лаборатории Государственного геологического музея имени Вернадского Российской академии наук. Андрей Валерьевич, пожалуйста. Мы хотели представить вашему вниманию небольшой ролик. Он будет касаться и деятельности нашей лаборатории, и, ну, немножко, как говорится, и о себе. Ну, а после того, как мы посмотрим этот ролик, то я буду готов ответить на ваши вопросы, если такие возникнут. Меня потрясла энергетика залов с экспонатами. В музеях очень много. Они собраны для нас и наших детей, чтобы мы могли любоваться, изучать жизнь камней и земли. Еще мне понравились люди, работающие здесь, красивые, добрые лица. Их солнечные улыбки, любовь и знания камня, которые они доносят до посетителей рассказами о коллекциях камней. Ну вот мы с вами находимся в Государственном геологическом музее имени Вернадского Российской академии наук. Музей в прошлом году отпраздновал свои 260 лет, был юбилей. И сейчас мы с вами в минералогическом зале этого музея. Мы здесь видим и 200-килограммовый кусочек малахита, мы здесь видим совершенно шикарные аметистовые друзы, мы видим минералы пигматитов. Это огромный мир, который может быть интересен и вам, и вашим детям, и вашим старшим поколениям. В музее Владимира Ивановича Вернадского собрана замечательная коллекция драгоценных и полудрагоценных минералов, которые вы видели на предыдущей витрине: аквамарина, топазы, как пример. На этой витрине можете видеть малахиты, родониты. Эти минералы являются исходным основанием, сырьем для изготовления из них различных поделок, ограненных камней, что является предметом изучения гемологии. И этим занимается наша гемолого-минералогическая лаборатория, заведующим которой является Андрей Валерьевич Федоров. А что получается и что изучает наша лаборатория, можно видеть на этой витрине: ограненные камни, поделки, различные изделия из поделочных драгоценных камней. И именно поэтому в Государственном геологическом музее имени Вернадского Российской академии наук создана гемолого-минералогическая лаборатория, о которой мы поговорим с вами немножко подробнее. Ну и, собственно, сейчас я хочу представить всех, кто связан с работой гемолого-минералогической лаборатории. Это в первую очередь заведующий лабораторией Андрей Валерьевич Федоров, сотрудница лаборатории Татьяна Александровна Федорова, ну и Андрей Юрьевич Беляков, советник директора по вопросам, связанным с деятельностью работы лаборатории и нашего магазина. Скажите, пожалуйста, а основное там вот в чем заключается вот, работа вашей лаборатории? Ну, основная задача — это
экспертиза ювелирных камней или ювелирных изделий. То есть мы должны определить, что это за камень, какое происхождение он имеет, природное это или синтетический, выращенный человеком аналог, был ли он облагорожен или нет, какие он имеет стоимостные характеристики. Но это касается в основном камней первой группы, да, бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды. А это уже, соответственно, сказывается на ценовой политике дальнейшего камня или изделия. То есть вот это основное. На самом деле это то, что нам не хватает сейчас, сегодняшним днем. Вот. Да. То, что всем не хватает. Вовремя открывайте. Я не знаю, есть ли вообще люди, которые равнодушно относятся к камню, особенно обработанному каким-то образом. И вы вот рассказываете, что можно камень облагородить. Мех тоже можно облагородить. Можно из такого животного, как фишер, это дикое животное, можно при обработке сделать из него соболь. А из кролика ногу можно сделать. Можно золотой мех сделать, у меня вот такое изобретение. Так что вот мы с вами где-то очень рядом находимся, давайте дружить. Я буду только счастлив. Спасибо. Чем вы вдохновляетесь, да, потому что если вы преподаете, вы же как бы должны быть сами вдохновлены и вдохновлять, соответственно, своих студентов, учеников. Хороший вопрос. Ну, в принципе, да, я преподаю на кафедре гемологии Российского государственного геологоразведочного университета. Попутно я работаю еще в лаборатории физических методов исследования в том же университете и преподаю там студентам курс «Современные методы исследования минералов». Ну, а насчет вдохновения, не знаю, вот красота камня, она, по-моему, настолько завораживает, что не только сам вдохновляешься, но и, наверное, хватает сил вдохновить еще кого-то. Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в геологоразведочной экспедиции, если да, то в каких годах? Было, но... как говорится, на заре молодости. Я принимал участие в экспедиции аэрогеологии, в третьей экспедиции. Мы носили в Якутии съемки из типичного масштаба с попутными поисками полезных ископаемых. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, секрет. За наш полевой сезон мы в Шлихах намыли 24 алмаза. Вот. И работал еще в геохимической экспедиции, это концерн «Мамслюда». Там мы вели геохимический поиск слюдяных запасов как раз. Больше, в общем-то, полевых таких работ не было. Ну а будучи школьником, будучи студентом, будучи преподавателем, много поездили по стране. Ну, наверное, что только на Дальнем Востоке я не был, а так, в общем, почти всю страну, весь Советский Союз, как бы, удалось объяснить. А еще вопрос. Существуют ли, на ваш взгляд, какие-то камни, которые недооценены до сих пор? Ну, мы знаем, там, рубины, изумруды, алмазы, какие-то другие, которые, ну, не так популярны, но они не обитают в России. Скажите, пожалуйста. Мы знаем бриллианты, рубины, изумруды. А есть ли надежда, что вдруг каким-то чудесным образом сыщется что-то подобное камням первой категории? Не исключаю такой вариант. Сейчас находят много камней. Ну, скажем так, они как минералы были известны уже очень давно, но их никогда не рассматривали с точки зрения ювелирной промышленности. Но поскольку они иногда встречаются в очень таком прозрачном состоянии, да, то есть можно их огранить, соответственно, стали тоже использовать как ювелирный камень. Ну, здесь как примеры можно привести, наверное, андалузит, очень красивый камень в огранке, кеолиты очень симпатичные. Сейчас очень много таких вот камней, которые появляются, и здесь, наверное, зависит от того, насколько они потом в дальнейшем будут раскручены. Но в качестве примера можно привести такой камень, как танзанит, никому не известный,
известные всем фирмы Тиффани, они приобрели партию сапфиров, и вдруг огранщик говорит, а что-то вот он какой-то не такой. Начали исследовать, оказывается, это минерал, который называется цезий. Он яркого синего, сине-фиолетового цвета, и вот после этого он раскрутился так, что сейчас его постоянно спрашивают. Надежда, я думаю, что есть. Спасибо. А есть ли у вас в планах организовать и создать мероприятия с творческими союзами? Ну, мы об этом тоже уже думали, уже как бы есть какие-то намеки, но пока еще вот что-то конкретное я не стал озвучивать. Но, в принципе, в перспективе, да, конечно. Спасибо. Мы с вами начнем, потом дальше все пойдет. Да, я тоже так думаю. Можно? Как я понимаю, вы любите свою работу. Хотел бы узнать, с каким отношением вы относитесь к премьерным выставкам, в которых вы работаете. И какое впечатление у вас от этих работ и ювелиров, которые представляют свою работу? Ну, выставки, да, мне нравится там работать, потому что приходят самые разнообразные люди. Такого богатейшего материала, да, пожалуй, сразу в одном месте не соберешь. То есть это и какие-то редкости, это и какие-то очень тривиальные вещи. Ну, а что касается впечатлений, то художники, слава богу, на Руси не перевелись. Одно только огорчает, что сейчас вот то, что привозят, там, скажем, с Юго-Восточной Азии, да, вот эти штамповки, они своими ценами выбивают наших художников. И, конечно же, такой немножко грустный как бы аспект, но вообще, конечно, работы очень уникальные бывают. Григорий Васильевич, вопрос такой. Вы планируете в качестве документа давать дипломатическое заключение или, возможно, получение сертификата за Ну, насчет запаянной упаковки, пока мы этот вопрос еще не решали, да, но я думаю, что в перспективе мы можем и до этого дойти. Да, ну и, конечно, вопрос ценовой, вообще, как можно ознакомиться с перспективой вашей работы? Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, и мы на сайте геологического музея, там будет страничка, посвященная лаборатории, там вся эта информация будет. Ну, надеюсь, что через неделю, через две максимум. Скажите, пожалуйста, как у вас планируется взаимодействие с бизнесом? Как у вас строится эта работа с предпринимателями? И какая роль предпринимательского сообщества в вашей творческой деятельности? Имеется в виду экспертиза лаборатории? Ну, больше, как вы могли бы монетизировать ту работу, которую вы делаете в правильном смысле этого слова? Капитализировать? С предприятиями, как правило, заключаются договора, и уже на договорной основе мы принимаем от них то, что нужно проэкспертировать, и, соответственно, потом выдаем результат экспертизы. Я очень рад, что сегодня собралось столько много гостей, и именитых гостей, и менее известных. Но это, как говорится, ничуть не умаляет их достоинства. И я очень благодарен за те вопросы, которые мне сегодня задавали. И все напутствия, все пожелания, которые и у нас есть, как говорится, в планах, перспективах. Я думаю, что мы все это постараемся воплотить, так или иначе, рано или поздно. Ну что, состоялось рождение или открытие. В общем, произошел первый акт, как я надеюсь, многоактовой пьесы с большим богатым сюжетом.
и с хорошим будущим как для гемолого-минералогической лаборатории, так и для нашего музея. Нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз, тебе твоим туманом и овцам на полях. Несу, как снова вся, не я солнце на руках. Несу, как снова вся, не я солнце на руках. Я очень рада, что лабораторию возглавил один из наших ведущих и известных гемологов Андрей Федоров. Я уверена, что работа будет идти у него очень хорошо. Я уверена, что к нему будут приходить очень многие, не только профессионалы, но и люди искусства, дизайнеры, так как он прекрасно разбирается в камнях, дает им очень хорошую характеристику. И часто бывает, когда в украшениях бывают камни, мы просто выбираем их, потому что они подходят по композиции в этой работе. Но что это за камень и как его отличить от другого, у нас иногда бывают такие трудные минуты, когда этот камень мы называем другим наименованием, а он оказывается совсем другим. Я уверена, что работа будет идти на высоком уровне. Лаборатория будет очень востребована. И я хочу пожелать Андрею больших успехов, удачи и продолжения работы уже таком на официальном уровне. И мне очень хочется, чтобы наши молодые ребята, которые будут у нас вести продолжение этой работы, чтобы они с полной ответственностью понимали всю серьезность этой работы и очень серьезно относились бы к ней. Спасибо большое дирекции геологического музея, что создали эту лабораторию и доверили ее очень достойному человеку. Спасибо. Я очень доволен. Я очень хочу, чтобы они сделали серию курсов и как серию проектов с нашим мастер-классов. Сейчас, как это называется? Мастер-классов. Да? Это можно сделать под эгидой вот, Союза художников, творческого союза художников, да. Для ювелиров это великолепно. Можно как облагораживать камни, как гранить камни. И потом еще дополнительная какая-то история должна быть с ювелирами. Как сделать ювелиры? Это прекрасная история. А что вы думаете? Мне очень все понравилось, потрясающая презентация. Вот мои вопросы, конечно же, на мои вопросы были даны исчерпывающие ответы. Исчерпывающие. Спасибо огромное. Очень интересная тема, очень интересная лаборатория, которую как бы все ждали, особенно все дизайнеры, которые работают с драгоценными, полудрагоценными камнями. Конечно же, вот нам не хватало таких людей. Вот очень здорово, что появилась такая лаборатория еще в таком красивом, прекрасном месте. В Афганистане его называют Афганский музей. Но он считается, поскольку там единственное место, там гора, которая вот где есть, оно считается священным. И вот этот, я в Москве не видела его, это Памирского музея, только вот я привезла оттуда подарок от отца. И хотелось попросить, есть ли еще у нас в России вот подобного рода месторождения? Именно лазурита? Лазурита именно вот такого же состава. Есть на Слюдянке в Забайкалье, но там немножко другого качества. А вот Памирский я тоже, честно говоря, в Москве его практически не видел. Да, я видел его только в Душанбе, когда был. Да, там мне показывали геологи, и вот я заходил в Памир, кварц, самоцветы. То есть действительно очень яркий, очень такой вот насыщенный. Афганский, да, он считается как бы эталоном мирового качества, но этот ничуть не хуже. Он настолько своеобразен, что... На самом деле было очень много вопросов к Андрею Валерьевичу. При этом вот и качество вопросов, их постановка, они меня абсолютно убедили в том, что лаборатория будет пользоваться спросом и популярностью.